Всем привет, друзья! С вами Психиатр. И если вы открыли это видео, значит, вам, как и мне, стало интересно, каким образом можно немножко продвинуть свой профиль в Стиме, добавить участников в группу, комментариев к профилю. Вот, или, например, лайков на фотографии, на ваши любимые скриншоты. Вот, у меня есть вот такой вот скриншот с горящим деревом. И сегодня попробуем добавить сюда немножечко лайков. У меня тут ноль. Поставлю себе один лайк, самолайк, не грех. Вот, короче, нашел интересную темку с продвижением в Стиме. Нам предлагают накрутку лайков, комментариев, подписчиков в воршоп, накрутка комментов, накрутка лайков, участников в группу. Вот, сегодня попробуем накрутить лайки. В принципе, цены очень даже приемлемые, очень даже адекватные. Нас интересует прайс лайков. 50 лайков, 50 рублей. Будем сегодня пробовать, будем проверять, как это вообще дело работает. Вот, для этого нам нужно с вами перейти в Telegram-бота. Старт накрутки 24 часа. Давайте перейдем. Итак, переходим в бота. Нас встречает менюшка. Давайте посмотрим, как здесь что. Значит, нас интересует покупка. Кстати, есть очки Стима. Мы их тоже недавно покупали. Вот, если кому-то вдруг интересно, то, пожалуйста, вот 1000 очков Стима тоже отличная цена. 15 рублей всего. На очки Стима, напомню, можно покупать себе всякие украшения для профиля, рамочки и так далее. Вот, у меня, собственно, такой красивый профиль благодаря именно очкам Стима. Так что рекомендуем. Но нас сегодня интересует накрутка. Накрутка именно на лайки. Да, на скрины. 50 лайков, значит, 50 рублей. Так, наверное, нужно сначала пополнить баланс, да? Да, тут сразу предлагают купить. Тогда сейчас я пополню баланс. Пополню с помощью лоза, потому что мне это удобнее всего. Вот, на 50 рублей. Вот так вот мы сделаем. Так, сейчас я пополню и вернусь. Так, друзья, деньги я перевел. Давайте нажмем проверить оплату. Посмотрим, пришли ли они нам. Да, все очень быстро. Пополнение буквально моментальное. Вот, 50 рублей без комиссии, отлично. Значит, теперь нажмем купить. Накрутка. Лайки на обзор, иллюстрации, скрины. Нас интересует 50 лайков. Купить. Купить. Введите количество товаров, которые хотите купить. Так, ну я хочу купить. Подожди-ка. Один получается. Да, вы уверены, что хотите 50 лайков в количестве одной штуки? Да, хочу, все верно. Так, значит, нам надо сейчас переслать данное сообщение по этому контакту. Сейчас я перешлю и посмотрим, что нам ответит. Итак, нам буквально моментально ответили. Я думал прервать запись, но не прошло и минуты. Как говорится, нас просят отправить ссылку на скриншот, иллюстрацию или обзор. Вот, я скопировал ссылку на горящее дерево скриншот, который нам с вами понравился. Вот. Собственно говоря, и он. Это из Life is Strange, между прочим. Да, прохождение на канале когда-то было. Можете посмотреть. Все есть, все есть. Все есть на канале первой части. А Before the Storm мы, кстати, не допрошли. Но когда-нибудь допройдем обязательно. Так, ладно. Я так понимаю, нам остается только ждать, когда лайки придут. Собственно, как только это случится, я думаю, я к вам вернусь. Итак, друзья, мне ответили, что был один лайк. Собственно, да, это мы видели. Самый лайк, который я поставил. Вот, накрутка пошла. В течение часа все это дело прилетит. Так что будем ожидать и посмотрим уже на конечный результат. Так, друзья, ну что ж, все нам пришло. Прошло буквально 2 минуты, как видим. Вот, давайте напишем, значит, отлично, спасибо за то, что нам все сделали так быстро. И перейдем в Steam, проверим, что же нам действительно пришло и пришло ли что-нибудь вообще. Итак, друзья, давайте проверим, пришли ли нам лайки. Так, один. Ну-ка, давайте-ка обновим страничку. Ага. И да, действительно, 65 лайков у нас имеется. Это замечательно. Пришло даже больше, чем мы, собственно говоря, заказывали. Ну что ж,
Ссылку на сервис этот я оставлю в описании. Вот, покупайте лайки, комментарии участников в группу, очки в Стиме. Ну а с вами был Чумной Психиатр. Увидимся в следующих видео.